Так, доброе утречко, о! Напарник капитан Лыба, я вас категорически приветствую. Как вы тут поживаете? Нормально все? Лифт чините или вы так стоите, чтобы было, как обычно? Здорово, токанатор, как... Да не посажу я тебе печку, не посажу, не надо, да это шутка была, ты мне помог. Обалдеть, вот собрали от трех тупых в одной команде-то, вот идеальный, ты пойдешь со мной, нет, мелкий? В печку пойдем сегодня, будет у нас токанатор гриль. Или не пойдешь? Не надо так на меня смотреть, все нормально будет, хорошо. Извини, что украл тебя из твоей семьи, ну мало ли бывает, вот у тебя новая семья теперь. Так, ладно, я пойду тут, развлекайтесь. Не надо так на меня смотреть, я вернусь, малу, я обязательно еще вернусь. Так, ладненько, пойду. Приятного аппетита, кстати, не знаю кому, мне кажется, кто-то где-то жрет. По-любому кто-то где-то жрет. Нифига себе, сколько здесь идти. Да, судя по вот этим грибам спереди, это все, в принципе, объясняет, что я вокруг вижу. Видимо, где-то вот грибное царство я уже попал, в смысле, раз уж мне все это кажется. Пришел в детский садик за детем, за своим, нифига себе, сколько я его ищу уже. Обалдеть просто. Так, ну да ладненько. Ладненько, как говорится, прохладненько. А чё-то грибов так много растёт-то? Ну, в принципе, какие персонажи, такие грибы, как говорится. Вот у нас здесь все собрались. Все здесь есть. Стас, Дюш, Метёлкин. Все абсолютно. Он даже капитан Лыба. Он же майор Шляпа. Шериф Шляпа, неважно. Так, ладно, я все уже воспроизвел. Можешь походить, посмотреть. А на что здесь смотреть-то? На грибы смотреть? Вы что в эти бочки собираете-то? В эти бочки вы что собираете? Так, что, реально мне королеве, кто она там? Королева кенгуру идти, что ли? Я офигею, жене расскажу, не поверю. Ну, по-любому, у меня же есть жена, есть родители. Я ж пришел за ребенком в садик. Вот так вот всегда, когда батю посылают. В садик, в смысле, и батя потерялся просто. За хлебом вышел, уже 5 лет ходит. Вот так же я тут. А тут-то вон какая история-то произошла-то на самом... Так, ладно. Я вот тут сейчас бегом добегу. Королева! 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 Мне сказали, королева. Кто она там, кенгуру? Обалдеть, в смысле. Так а чё ты всех свой мешок вот этот внутренний спрятай и все и ускочи куда-нибудь, королевство спасено, я тебе сразу говорю. Так. С возвращением! Надеюсь, ваше путешествие стоило того, и лифт стал немного полезнее. Я хотел сказать... Это он или она? Я хотел сказать, что уважаю то, что вы делаете, чтобы вернуть своего ребенка. Поставить на кон свою жизнь и сражаться силами гораздо сильнее тебе. Это просто достойно восхищения. Знак моего уважения, примите эту синюю ключ-карту. Хотя это и немного, но это что-то, что мы считаем символом доверия. Я с гордостью объявляю, что вы официально являетесь гражданином королевства. Пожалуйста, оставайтесь здесь сколько угодно, даже после того, как вернете своего ребенка. Теперь королевство может с гордостью объявить, что его население достигло 5 человек. Я говорю 5, потому что твой друг появился, пока тебя не было. Он был поврежден, и я сказал ему оставаться в медпункте. Он спрашивал вас так, что, возможно, вы могли бы поговорить с ним, когда у вас будет время. Подожди, какой друг? А туканатор тоже, который со мной мелкий гоняет, он тоже в королевстве, нет? Чё вообще вот это? Что у вас в этих бочках? Что вы тут храните? Отходы ядерные или что? Да у меня теперь двойной гражданство, нельзя, а паспорт где получать? Я пока у вас там буду по МФЦ ходить по местным, я чую, с кем я там общаться буду? С этими тормозными-то как в Зоополис или как там забыл? С ленивцами, которые... Сейчас, секундочку. Подожди, какой друг? Какой друг? У тебя вообще там нормально сидится? Нет, есть королева, есть шериф, вас уже двое. Туканатор, не знаю, туканатору не дали. Так, а там вон проход куда-то есть. Там ворота открылись, воротины открылись, воротушечки.
погремушечки, синюю ключ-карту дали. О, спасибо большое, да? А, это Бан-Бан, который меня вырубил. Плоховато, дай ему. И улитка есть. Пойду к Бан-Бану зайду. А я не могу к нему зайти, ему плохо. Чё, тебе плохо, Бан-Бан, да? Подставил меня? Вот так вот. Такое вот у тебя рождественское настроение. Так, а что мне делать-то? А зачем об эти пустые комнаты? А, ну ништяк. Дорогая мама. Что-то он там пати у него, не знаю, на хате. Это была лучшая пати с кем? В смысле, с Медузой? Подожди, я мама или папа вообще? А то как-то сходу определиться не могу, меня родители все называют. Мне синюю карточку дали, но я с ней никуда, видимо, пройти не могу. Так, подожди, а мы пойдем дальше что-нибудь чинить, нет? Мне назад, может быть, вернуться? Или куда? Или кто? Я поговорил с королевой. Надо с ним это поговорить. Может, вместе пойдем. Но он бы еще подальше бы находился бы. Еще вообще за 3-9 земель. Бегу здесь уже все ноги стер. Ребенка пока еще. Мне проще было нового сделать, да и все. И подождать 9 месяцев. Там так, там все как принтер же, да, по-моему, все так работает. Так, ну ладно. Так. Здорово. Ты пойдешь, нет? А тебе вообще пофигу, да? И ты здесь стоишь. Тебе грустно, да, что я ухахтел? Ну извини, малой, извини. Ну пойдем со мной, у меня дела важные. Так, ладно. Куда мне идти-то? Можешь, говорит, идти его довезти, тут дверь, говорит, не открывается. Может, мне карточку надо найти или что? Что мне сделать-то надо? Бегаю туда-сюда. Как дурачок. Почему как? Не знаю. Ну что, ну туда я не могу. А подожди, а может она дала синюю карточку, положила, типа куда-то, а я ее просто не взял? Я вот гоняюсь здесь, как этот сейчас. Она ее, наверное, выложила такая, кинула на, говорит, челядь, поднимай с пола. Поднимай с пола карточку. Я, между прочим, королева, я тебя что, трогать, что ли, буду? Ну, где синяя карточка? Синяя карточка будет? Нет. Ты мне ее дашь? Нет. Фига она мне ее не даст. А в натуре сюда положит. Ты мне в руки не могла дать, смысл? Тоже мне королева. Мать сидит тут. Я сижу тут, значит, просто туда-сюда бегаю, что делать. Вот синяя карточка, конечно. Вот там на столе возьми, смысл. Кто он там этот? Дворецкий, принеси! Кто же еще? Бегаю тут туда-сюда, смысл. Ты вот тоже бы так побегала, вес бы хоть сбросила. Королева. Так, ладно, пойду дальше. Пойду дальше, просто дальше. Пойду к Бан-Бану зайду. Саныч Бан-Баныч. Саныч Бан-Баныч. Во. Ты бегаю тут. Так, еще карточку сразу. Когда королева упомянула о множестве новых посетителей за один день, я понял, что это должны быть вы. Послушай, что бы со мной ни случилось, что бы я не пытался сделать с тобой, просто знай, что на самом деле это был не я. Я был вынужден подчиняться, не задумываясь. Я пытался общаться с тобой издалека, не без причины. Теперь ты знаешь правду. И все же я хочу загладить свою вину перед вами. Королева проинформировала меня о ситуации с лифтом. Я хочу помочь. Теперь я чувствую себя более уверенно. Я приду помочь тебе найти пропавшие части лифта. Мне нужно немного отдохнуть, я встречу вас на станции, где бы она ни находилась. А, братан, ты не думал, что в принципе... если лечь, то легче отдыхается. Ну, я так, на всякий случай, Бан-Баныч, чтобы ты знал. Ну, действительно, если ляжешь, то будет проще отдыхать тебе. Это я тебе кричу на всякий случай, чтобы ты знал. Так, карточку надо взять. Хорошо, взяли карточку. Взяли карточку, пошли. Может, что-нибудь нашли. Вот такие. Кто-то ждет вас в камере в конце коридора. Кто меня может ждать там? Чё?
Жена пришла, я потерялся по-любому, скажет, общаешься ты тут с кем-то? Ребенка нового себе нашел. Что-то мне кажется, меня тут что-то где-то... О, здорово, медуза, осьминог, ты там кто? Тебе нормально вообще все? Ты в тюрьме типа сидишь? Тебе плохо? Сейчас еще хуже станет. А что, что, ты расскажешь, нет? Здорово! О-о-о, кто здесь? Доброе утречко! О, это вы? Не волнуйтесь, я не могу причинить вам вреда. Я слишком слаб, чтобы что-то сделать. Не послушав меня, уехав, когда у вас был шанс, вы совершили большую ошибку. Наконец, после того, как вам удалось удержать Джоша под контролем, вы просто не могли удержаться и не разозлить его. Посмотри, к чему привела твоя самонадеянность. К позиции, при которой никто из нас не может добраться до детей. Это ваша вина, ничья больше. Я имел в виду это, когда говорю, что буду использовать самые безопасные процедуры. Но несмотря на это, я хочу кое-что показать вам. Похоже, что оно вам необходимо. Опять началось, а? Что опять за тусовочка у костра? Гитара где? Давай! О, привет, ты снова на ногах? Очень сонный человек. Согласен. Возьми собранные нами овощи и перекусите. О, они уже закончились. Я уже съел свою долю полезных веществ, которые мы собрали, пока ты спал. Я тоже, извините. А нафиг вы мне предлагали тогда, если вы все сожрали? Это тоже вот жало, в смысле? Че у нас тут опять за компания? Че, так и будем сидеть? О, нифига себе, он достал что-то. Это мое, да? Я никогда не видел, чтобы доброта исходила от паука. Блин, если бы Джаба Джош был здесь, ему бы понравились эти овощи. Я вполне доволен тем, что он не радует нас своим раздражающим присутствием. Почему вы его так ненавидите? Конечно, у него есть некоторые проблемы с гневом, но в целом он довольно спокойный. У нас было достаточно разборок. Ненависть — одна из двух эмоций, которые я не могу контролировать. Какой второй? Горе. Только не опять. Как в таком мире, как наш человек, может преодолеть постоянную печаль? Иногда мне кажется, что мы все просто навсегда обречены. Навсегда обречены. У каждого из нас есть свои планы и цели, но в конце концов это не имеет значения. Оно не может отменить прошлое или предыдущие страдания. Жизнь слишком коротка, чтобы постоянно грустить, Сингер. Наша жизнь не такова. Ну, я не знаю, что вам сказать. Вы же знаете, что я не самый лучший в этом деле. Может, Наб-Наб или Капитан помогут? Капитан? Как и предполагалось. Что это за звук? В этой экосистеме обитает множество других существ. Может быть, что угодно. Да, но какое животное издает такой звук? Кого? Помоги! Чё? Серьезно? Фига себе, вот это они прям это замутили. Я офигею, а? Так, ну ладно.
Все, я, видимо, поговорил. Мы с тобой наговорили, все? Или что? Так. Видимо, да. Так, а на станцию мне надо за этими идти или нет? Это ушел на станцию. Молодец. Так, я тоже пойду. Мне ж по-любому сразу на станцию. Мне ж не надо за этими туда возвращаться. Я надеюсь. Но эти там стоят. Я пойду на станцию. Вот, с Банбаном вдвоем искать. Я к этим не буду возвращаться. Ну их нафиг. Билеты там опять предъявите. Просто бегаешь. Это большую часть времени просто куда-то бежишь. Бежишь, бежишь, бежишь куда-то, куда-то, куда-то прибежишь обязательно. Ну все, давай, 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 идем. Здорово, Банба! Где вы были? Я долго ждал. Следующая часть, которая нам нужна, должна находиться на второй станции, сектор питания. А, все у нас, билет тебе не нужен, да, у нас есть, и куда мне жать-то? Сектор питания. Туда, наверное. Давай, поехали! Я считаю, что сейчас самое время представиться, что мы сделали диспор, если вы можете в это поверить. Я Усман. Работал здесь до того, как все рухнуло, в прямом и переносном смысле. Я не могу себе представить, чем вы здесь столкнулись. Мне и моим коллегам следовало сказать об этом раньше. Может быть, тогда все это можно было предотвратить. Но с другой стороны, мои коллеги все равно не были настоящими друзьями в те последние пару месяцев, так что это потребовало бы хорошего планирования. У вас когда-нибудь были друзья, которые внезапно отвернулись от вас без всякой причины? Сказать, что мои отвернулись от меня, было бы мягко сказано. Они внезапно перестали со мной разговаривать. Они смотрели на меня, как на какое-то чудовище. Конечно, иногда я выхожу из себя, но это казалось чрезмерным. Я был и все еще нахожусь в замешательстве, мягко говоря. Ты все или еще что-нибудь расскажешь? Язык-то засунь назад. Было бы неплохо. Не хочешь? Ну не хочешь, как хочешь. Тоже мне нашелся здесь. Мистер Банбан. Барабан в студию. Мы, походу, приехали. Все, пойдем. Я думаю, что мы находимся не в том месте. Мы должны быть на второй станции. А ты раньше мне не мог сказать, на какую станцию ехать, блин? Ё-моё, а! Ты сказал бы, на какой цвет надо ехать! Мы находимся на второй станции, молодец ты какой, а! Красавчик! Может, ты мне и говорил, но я не слышал. Глухое, всё. Не ори на меня. Так, мы вернулись сначала. Нам на какую станцию надо там? На желтую мы ездили, на эту сейчас ездили. Значит, на зеленую остается. Логично, логично. Давай, поехали. Поехали, кому говорю. Мы правильно едем, нет? А? Банбан. Я Банбан, мистер Барабан. Да-да-да, давай танцуй. Вон у нас, видишь, спереди какой-то гоняй. Банбан, ты вообще в курсе, что здесь происходит? Что у нас здесь за тусы здесь какие-то постоянные? Непонятные. Вообще катаемся здесь что-то вот. По кругу катаемся берем. Так, здесь мы были, сюда мы ходили. Здесь все нормально. Люди в курсе, так сказать, и так далее. Ты королеву-то видел? Вообще, да, как челюсти относятся. Вон карточка, иди со стола возьми. А ты ходишь, бегаешь, ищешь. Думаешь, что дальше делать? Банбан, я тебе душу вообще-то здесь изливаю. А ты что? Что ты? Тебе вообще без разницы? За все, что я тебе говорю, ты меня вообще по голове тогда ударил. We're here.
Мы здесь, давайте начнем. Подожди, нафига ты нашего водителя украл? Э, у нас здесь не принято водителю украсть. Wait, get down. Стойте, пригните. О, опять боксер. А не знаю, как присесть. Здорово, братан! Я так понимаю, вы с этим боксером не влад... Должно быть, это ловушка, которую ранее расставил шериф. Бедный Джош. Я не могу представить, как все это было для него запутано. Так, а мы куда идем-то? Когда я здесь был последний раз, это не было заперто. Но ведь открыть его не так сложно. Ну по-любому. А что ты на меня-то пялишься? Ты сам давай занимайся, я тебе помогу, чем смысл? Приду и встану здесь, да? Просто буду стоять здесь, на все забью. Так, мне надо вот что-то с этой фигней делать или что? И чё? Так. Подожди, а какая-нибудь подсказка будет, нет? Ладно, понятно. 4, 5. Нет. Ну я думал по количеству бочек. Или что? Или как? Где 4? Я думал, хоть как нажмешь и нормально. Но здесь 4, там 5. Просто сверху начинать или что? А чё надо-то? Может, мне куда-то пройти надо? Братан! А, тут дверь открывается. Ты со мной пойдёшь? Нет, смысл? Я пойду, тебе помогу, смысл. Тут каждый приходит такой, стоит филонит, а я хожу и все делаю за всех. Вот так и гуляет тут за всех, все делает. Так посмотри на них, а. Вообще обалдели. Так, а что мне игрушку-то использовать? Ближайшую комнату. Так, что у нас здесь? Так, и лети сюда. Давай. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Отлично, теперь сюда. Да здесь. Встань здесь, вот-вот, давай отсюда, вот-вот, давай, у тебя получится. Да как это долго, давай. С разгона, опа. Молодец. Отлично. Мы чё-то куда-то открыли. Кого чё? Так, стой, а тот зал чё? В этот зал мне нельзя пока или чё? Тоже можно. Здесь этих чебургенов делают, я так понимаю. Чё не рыб? Фига себе здесь. Секретные разработки. Да понятия не имею, что вы там пишете. Так, корона. Нафига мне корона? Ну, теперь мы корона будем. Ух ты, вы просто приходите сюда ради того, что принадлежит нам, а потом уходите? Вы люди все одинаковы. Воры без стыда.
Боже, ваша жадность из-за открытия может контролировать только в течение минут. Вы можете забрать корону, мне все равно. Но могу ли я хотя бы получить аплодисмент за свою небольшую поэму? Пожалуйста. Я не знаю, как тебе похлопать. Это ты говорил? Или кто говорил? Еще вором меня обозвал. Ну просто пришел, взял корону, что нельзя? Не слушайте этого парня, он только думает о своих стихах. Я покажу вам то, что действительно впечатляет. Фокус! Magic! Сезам, откройся! Ну, красавчик. Думаю, за это я заслужил аплодисменты. Братан, я не знаю, как аплодисменты тебе дать, так что сидите тут дальше, развлекайтесь друг с другом. Всего доброго, до свидания. Всего хорошего! Так, ладно. Так, это у нас что? Шляпа. У меня есть корона и шляпа. Слышишь? А что, ты не мог раньше сюда долететь? Давай! Вон крас... Так, стой. А как мне на нее нацелиться-то? Подожди, а как мне далеко так нацелиться? Да что ты там-то делаешь? А я не могу далеко целиться. А как быть? Во, я понял. Спасибо. Так, где еще у нас кнопочка-то будет? Я так понимаю, где-то там, да. Так, давай теперь лети сюда. Молодец, молодец, молодец. Так, а четвертая где? Так, ну вот это вот не... Типа снизу одна кнопка есть или чё? Ну подожди, лети сюда пока. Ё-моё, а? Можешь оттуда вылететь, нет? Так, подожди. Ой, блин, господи, ты чё, как мой робот-пылесос дома? Так, лети туда. А где четвёртая? Ну я правильно понимаю, она же где-то здесь должна находиться, она на полу находится. Вот, долети туда. Там нет кнопки или чё? Здесь нажал. Здесь на... Я чё, дурак, вон кнопка. Я думал, там какой-то скрытый этот смысл и так далее, что там чё, прям обманочка там типа. Снизу на полу не видно кнопку. Всё, давай, пошли. Пошли, давай, давай, родные. Так, всё, карточку.
четвертого этажа забрали карточку. Пойдем к Бонбайсику, вернемся к нашим. Так, окей. Здесь просто здесь ответ, в смысле, на этом. Окей. Так, а с какой стороны? Ну ладно, тут, в принципе, что. Ну, наверное, судя по всему, слева направо. Подожди-ка. А, да? То есть нам настолько все просто было. А чё мне... Кажется, мы... Там двери одна за другой. Я думаю, что мы открыли внутреннюю. Ну все, вот я тебе и внешнюю открыл. Ты вообще что делать будешь? Нет. Я тебе помогу. Тоже мне помощничек от Бога нашего. Прежде чем мы возьмем часть лифта, нужно кое-что сделать. Я должен передать этого самозванца кому-то очень близкому мне. Вам оказана честь. Какого самозванца? Почему он самозванец-то? Он кондуктор наш. Наверное, ему было очень одиноко, но я подарил ему нового друга. Теперь будем ждать. Кого ждать-то? Wait, no, nap. Подожди, нет, Нап-Нап! Мы не можем позволить Нап-Напу схватить его. Вот доверяй тебе, что-нибудь доверяй. Да вот-вот, давай помогу, в смысле. Кто в этом виноват? Ты в этом виноват. Ты, Бан-Бан, виноват во всем. Доверился тебе. Стоит там, уши развесил. Фига он как быстро бежит. Я не умею так быстро бегать. Нап-Нап, отдай! Блин, думал не допрыгну сейчас. Погоня, но... Я столько раз пытался тебя исправить, но ты просто неисправим! Хватит! Давай, дерись! Я тебе помогаю так же, как ты мне помогал! Чё, вы всё друг друга того? Ну, молодец, чё. Хоть чем-то справился. Тут дали помощничка. Карточку взять хоть. Чё, как? Я могу это контролировать, я знаю, что могу. У меня есть какая-то дело, которое я должен сделать здесь. А вы это, без меня идите. Часть лифта должна быть где-то здесь. Так, поместить новую часть на лифт. А чё, дверь не откроется даже? Нап-нап! Вставай давай! Ты чё? Алкашина синий, опять напился, валяешься тут, прикидываешь. Я знаю, ты синий. Так, ладно. Ты тоже здесь стоять будешь? А нафиг мы его тогда догоняли, вот эту всю штуку? Расскажешь, муж? Нет. Нет. Ну и пошел ты нафиг. Я пойду отсюда. Гоняли здесь сколько? Просто гоняли. Подожди, а там что находится? Там кассета, наверное, есть какая-нибудь. По-любому. Пожать хотите? Вот кассета есть. Я же говорил, кассета есть. Кассета, потому что есть кассета у меня. О кассете ты вздыхаешь зря. О кассете все твои мечты. Только о Бадбане позабыла ты. Потому что есть Нап-Напик у тебя. А Нап-Напи ты вздыхаешь зря. Чё вообще поют, чё несу, я не знаю. О, этот вылез. Здорово!
Чё вообще здесь за прикинтовка, я не понимаю. Жене расскажу, не поверит. Скажет, ты чё, дорогой, грибов объелся, что ли? Привет! Так, ладно. Но всё равно по китове не умеет разговаривать. Так, давай, пошли. Окей. Так, этого там хлопнули. Нормально. Все, давай на базу поехали. Все, давай там, резет. Чуик, поехали, поехали, поехали. Куда-нибудь взяли, мы, конечно же, приехали. Вот такие вот делишки, вот такие вот дела. Такие вот делишки и такие вот дела. А мы точно туда? Вот. Я же говорил, что не туда ей. Чё-то сказал, куда-то поехали. Так, всё, да? Кондуктора жалко там оставили. Даже на тормоза не нажал. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Ща, ничего там, капитан Лыба стоит, ждет. Пять человек в королевстве. Балдеть, у нас здесь королевство. Вообще сказать нечего. Так. Так, там малой ждет. Туканатор, как там у тебя твои дела? Хорошо все у тебя? А, Туканатор, ты ждал меня? Ждал, маленький, вижу, что ждал. Да хорошо, хорошо, я вернулся, видишь, целый, здоровый. Видишь, прыгать даже могу, видишь, опа. Ты головой вот так вот. Раз, два, три, помоги. В печку я залезу. Ту-ту-ту. Так, ладно. Это два из трех. Отличная работа, напарник. Знаешь, такой, если ты напарник, ты здесь, знаешь, я хожу, все, все, вот где-то достаю там и так далее. Ты не заметил, а? Шериф шляпа, что как бы я тут все делаю. Вы тут вообще ничего не делаете. Просто так фигней страдаете какой-то и все. Так, ладно, ребят, все, давайте на этом мы, конечно же, закончим. Вечером, если хотите, если мы для вас продолжение, финальную, наверное, последнюю часть получается, ну, мне так кажется, по крайней мере. Вот, как-то так, ребят, как-то так. Всем доброго утречка, всем, кто посмотрел, молодец, не забудьте поддержать лайком, комментиком. Не забудьте, все, не забудьте, не знаю, подписаться на мой канал, проснулся, на Рутубе, на Дзене. Вот, все, ребят, на этом все. С вами, как всегда, был я, Леха Сметый. Всем отличного настроения, всем удачи и всем пока. Давайте, ребят, увидимся. Всего хорошего! До встречи! Давайте, ребят!